Многодетным семьям Чувашии, чей среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, помогут собрать ребенка в школу. Родители трех и более детей получат из республиканского бюджета по 5000 рублей на каждого ребенка для подготовки к 1 сентября. Куда обратиться за выплатами, расскажет Екатерина Данилова. Соответствующий указ о выделении материальной помощи подписал руководитель региона Олег Николаев. Деньги будут выплачиваться только на школьников возрастом от 7 до 18 лет. Причем на ребенка 18 лет выплата полагается в том случае, если он достиг этого возраста до 1 января 2020 года. Отмечу, что на материальную поддержку могут претендовать только те семьи регионов, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Сейчас этот показатель равен 9 285 рублям. Отмечу, что предварительно эту выплату, эту помощь в республике получит 11 700 многодетных семей, где растут более 25 тысяч детишек. Из республиканского бюджета на эти цели будет выделено порядка 130 миллионов рублей. Выплату обязательно получит многодетная семья из деревни Ятманкино Маргаушского района. У Ольги Ивановой пятеро детей. Старший уже учится в ВУЗе. В этом году первокурсницей станет и средняя дочь. А двое младших сыновей, школьники, пойдут во второй и пятый классы. Собрать детей к 1 сентября влетает в копеечку, особенно в период пандемии, сетует многодетная мама. Из-за коронавируса у части семей Чувашии сократился доход. Это для нас очень большая помощь. Мы эти деньги хотим потратить на учебу, на книжки, на школьную одежду, на школьный портфель. Это нам очень большая радость в семью. Напомню, чтобы получить финансовую помощь, необходимо направить заявление в отдел соцзащиты МФЦ или через портал госуслуг. Заявку можно подать до 1 октября. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Ирина Ромадова, Никита Углев, Семен Антонов, Вести Чувашия.